Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о содержании и уходе за попугаем. Многие попугаи были рождены в неволе, поэтому к жизни в домашних условиях они приспособлены прекрасно, так что содержание этих птиц не представляет особой сложности. Клетку лучше всего поставить в светлую часть комнаты, но подальше от отопительных приборов и сквозняков. Лучше всего поместить клетку чуть ниже высоты человеческого роста, так вам будет удобнее ее убирать и класть корм, да и другие питомцы не смогут добраться до птицы. Световой день для большинства видов попугаев должен составлять не менее 15 часов в сутки. В осеннее и зимнее время нужно включать дополнительную подсветку. Обеспечьте попугаю спокойную обстановку. Птицы пугаются резких звуков или громкой музыки. Уборка в клетке должна быть ежедневной. При помощи мягкой щетки вы можете смахнуть пыль и прилипшую грязь, промыть поддон, а также заменить подстилку. Обязательно мойте кормушки и поилки горячей водой с содой. Генеральная уборка должна производиться раз в неделю. Нужно заменить в поддоне и купалке песок, предварительно прокалив его в духовке, а также постелить свежую бумагу. Жердочки тоже тщательно чистят, поскольку на них остается помет и остатки корма. Также нужно вымыть горячей водой и содой игрушки попугая. Время от времени попугая нужно выпускать полетать по комнате, а также необходимо часто общаться с ним. Если пернатый заскучает, он начнет выщипывать себе перья и тосковать, поэтому хотя бы дважды в день старайтесь уделить ему по 30 или 40 минут. Брать в руки питомца может только человек, которому пернатый полностью доверяет. Рацион попугая должен быть полноценным и по возможности разнообразным. 60% пищи попугая – различные зерновые смеси. Также рекомендуется давать питомцу ягоды, фрукты, овощи и зелень. В клетке всегда должна быть чистая вода, в которую пару раз в месяц можно добавлять капельки лимонного сока. Это отличный источник витаминов для птицы. При правильном уходе попугай будет активный, здоровый и проживет долгую и счастливую жизнь. Шестью самыми значимыми составляющими ухода за попугаем являются подбор правильной клетки, хорошее питание, соблюдение режима сна и бодрствования, чистота в его жилище, достаточное количество игрушек, а также общение с ним. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.